сама пришла тоже в коралловый клуб. Я искала выходы по здоровью для своего старшего сына. Но параллельно, имея у самой проблемы по здоровью, самый мой главный результат в коралле – это мой второй ребенок. Более 7 лет мы с мужем не могли заиметь второго ребенка. Это просто была наша цель. Врачи мне ставили диагноз за диагнозом, аденексид, бесплодие. То есть у меня все выписки сохранены. И просто уже был тупик. И в конце концов, видя результаты своего сына и общаясь со своим куратором по здоровью Таней Юнаковой, я пришла к выводу, что нужно делать что-то уже самой. То есть мне была предложена программа детокс, программа 90 дней, начав которую, я, в принципе, ну, такой скептик достаточно по жизни, я просто шла, 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 я делала эти простые шаги по здоровью, и уже даже не окончив эту программу, на конечном этапе, делая тест, я не поверила своим глазам. Я видела эти две полоски, то есть это чудо, чудо чудесное. 7 лет в попытках общения с врачами, не достигнув никакого результата, тут не пройдя еще там 2-3 месяцев, я вижу результат. У меня родился второй ребенок, здоровый, замечательный малыш, который абсолютно коралловский ребенок, радует нас, и уже ему уже больше 5 лет. Второй мой результат тоже достаточно громкий, он плавно вытекает из программы 90 дней. С 23 лет у меня адски болела спина. Тоже не понимали, почему так у молодой девушки может постоянно болеть спина. 26 лет, сделав МРТ, мне поставили диагноз грыжи, на что тоже было предложено. На мой вопрос, что же мне делать? Как же мне дальше жить? У меня вся жизнь впереди. Ну, можно сделать операцию. Но операция не всегда помогает, они приводят к повторным операциям. Естественно, это меня не устроило. Я жила дальше, постоянно мучаясь с этой проблемой. На уколах, поездки в санатории, грязи. Я вышла замуж, это все усугубилось после рождения первого ребенка. Муж постоянно мне делал уколы, у меня постоянно болела спина. То есть человек женился, да, у него жена, ну, как бы не рада жизни, а жена постоянная проблема. Ну, вообще, что это такое? Вплоть до того, что, в общем, у меня муж и полы мыл, и все это дело выполнял, далеко не мужские обязанности. И как раз, проходя программу детокс, проходя программу 90 дней, я узнаю о таком чудесном продукте, как Биллурон. И уже после рождения второго ребенка я прохожу чудесную программу еще раз Коловада. Ребенку моему было 8 месяцев. У меня не было ни тени, ни сомнений, можно или нельзя кормящей маме проходить все эти программы. Я просто делала. И пройдя еще раз программу Коловада, я прошла курс Белурон. То есть, и опять же, даже не закончив еще пить Белурон, я понимаю, что у меня не болит спина. У меня уже ребенок на руках, у меня начинался артроз, то есть у меня руки переставали работать. И не закончив еще пить курс, я понимаю, что мне не болит. Это какое-то чудо происходящее, оно настолько вдохновило меня. Прошло уже, я повторюсь, более 5 лет. Результат закреплен, результат есть. Он чудесный. Я делюсь этими результатами с людьми. У меня уже очень много моих последователей, у меня очень много благодарных потребителей. И как я могу не быть с коралловым клубом? Скажите, пожалуйста, потому что хочется делиться, хочется, чтобы люди были здоровы и чтобы они не портили свой организм, лекарствами и шли с нами вместе к здоровью. Спасибо Надюш, спасибо большое. тебе огромное за твой результат, но у нас парад наших результатов не закончен. Очень коротко, Оксана Нестеренко, знаю, что у тебя есть замечательный результат после проекта «Детокс с куратором». Да, здравствуйте, меня зовут Оксана Нестеренко, мне 48 лет, я из Старого Оскола. С коралловым клубом я познакомилась тоже самостоятельно, особо не веря, потому что искала, ну, чем помочь своей маме. Вот, но, оказывается, помогла в основном себе.
У меня была проблема такая, как разноцветный лишай, в течение 15 лет. Получила я ее на проблему эту на производстве из-за того, что была очень плохая вода. И у меня этот разноцветный лишай пошел расти по всему телу. То есть у меня были плечи, руки, грудь, спина, все обсыпано такими шелушащимися пятнами красно-розовыми. А фотографии моей нет, да? Есть у нас фотография, пока сейчас слайд подготовится, продолжаем. Вот. И я много обошла врачей, дерматологов.